Сергей Корнев – студент Березняковского музыкального училища. За саксофоном вот уже 10 лет. Инструмент любит и признается, за игрой расслабляется. Он как антистресс, грубо говоря. Нажимаешь клапаны, как вот эти вот точечки. Ну и само звучание звука, и звукоизвлечение, как бы. И комплексное развитие тела. Своеобразно, ну, внутренне, конечно, не физически, снаружи. Играл Сергей в тот день со своими преподавателями, репетируя экзаменационную программу. Березняковское музыкальное училище давно сотрудничает с музеем имени Коновалова. Каждый год студенты 4 курса со своими преподавателями дают живые выступления, на которые может прийти каждый. Музыканты признаются, обстановка музея располагает к хорошей игре. Да, располагает для того, для всего, что нам необходимо. А что нам необходимо? Публика. Публика, кстати, в музее всегда очень замечательная, отзывчивая, добрая, благодарная. Спасибо большое публике. И атмосфера, зал все располагает для того, чтобы сдать в будущем нам экзамены. Исполняли студенты и преподаватели композиции разных эпох, от классических до современных. Преподаватели подчеркивают, такие выступления помогают молодым музыкантам побороть страх перед публикой и чувствовать себя увереннее даже на такой импровизированной сцене. Программу такую берем разнохарактерную, чтобы почувствовали разную эпоху у нас студенты. Вот такой у нас выбор всегда. Глинка, Варсхаладзе. Березняковское музыкальное училище проводит подобные концерты по всему городу в течение всего года. Благодаря молодым исполнителям наш город живет музыкой. Евгений Шаров, Дмитрий Воронушкин, Новости Верхнекамья.